Насколько? Да. Это так же было. Да, вот тут так вот ворота так. Просто на что в памяти осталось вот это вот. Он, наверное, как увидит, как боже мой. Едет, да? Это ничего не изменит. Ну да. Здравствуйте. Это мы своему другу немножко сфотографили. В каком сейчас состоянии, да? Не-не, это... Все отлично. Все сломал, золото ломали летний клуб, 10 сад, и все, ничего не остался. Ой, не знаю, ужас. У нас хорошо было, Маша и здесь, это клуб был зимний. Мы и жили-то от этого завода все. Ой, хороший был, а сейчас этих ничего нет. Все развалили. Ничего не осталось, почта тоже, несколько мне. Только если ты помнишь, Саш, помнишь, ты возьмешь велосипед? Я еще поснимаю. Ну, видишь, они выдвигаться как бы не стали, а маленький забор перенесли. А здесь, погоди, кто жил? Все, вспоминаю. Муходычки. Thank you.
А что, а где рельсы? Узнаете нас? Каждый день вроде виделись. Не помните? Так, Макская 58. Да. Потехины, помните? Кого? Потехины. Да ничего, потихоньку. Ну, слава Богу. Все хорошо у вас. Пусть не во всех будет плохо. Да. Вы сейчас далеко живете? Ну, а в пенсии там. Ага. У вас-то там как? Да, не поверишь. Это на все меняется правительство, то меняется. Ой, ругают, то правят их. Опять вроде... Ваня, как? Ваня? Да надо просто тоже, я же сердце больное. Thank you.
Мелькомбинат, блядь, стоит. Мелькомбинат это. Мелькомбинат. Мороженое. Ой, ну здесь я уже никого не помню, кто где жил.